Клево всем, друзья. Меня зовут Виталий Еременко. После выхода последнего видео по монтажу Гарнера меня очень просили многие снимать крупным планом, чтобы было хорошо, четко видно, как я вижу монтаж, как завязываю узлы. Я решил попробовать такую программу, когда одно видео выходит на леске, чтобы было четко видно, как на самом деле работает монтаж, как он на самом деле вживую выглядит, и второе за ним видео выпускать, когда ведь на веревочках крупным планом буду снимать непосредственную работу по монтажу. И сейчас мы попробуем это в первый раз сделать. Поехали! Берем примерно метр лески. Отступаем одного края в районе 30 сантиметров. И в этом месте нам нужно завязать петлю. Длина самой петли должна быть 4-5 сантиметров. Больше нет смысла. Сложили леску пополам. И теперь накидываем одну на другую вот таким образом. Со стороны верхней части у нас лежит вот это сверху. Вот в эту петельку вводим крючок. Делаем один полный оборот. У нас образовалась вот такая восьмерка. Цепляем крючком петлю и затягиваем. Плохо скользит, поэтому не очень красиво получилось. Вот у нас получилась петелька. В принципе, практически монтаж готов. Теперь на эту петельку нам нужно с помощью удавки одеть вертлюжок с карабином. Вертлюжок, петельку вводим в ушко. Вот у нас получилось. Вот что у нас получилось. Поближе. Теперь удавкой накидываем. Все. Петлюжок. С карабином одеть. Пристегиваем кормушку. Проверяем на свис. К этому концу будет привязан поводок. Чтобы не было перехлестов, отвод должен быть на 2-3 сантиметра ниже свиса кормушки. К этому отводу поводок привязывается двумя вариантами. Первый вариант, как делают многие сейчас спортсмены, это на конце вяжется узелок, обычная восьмерка. Раз, два, узелок. Затянули. Лишнее обрезали. Вот получился на конце узелок. Берется, допустим, поводок с крючком, здесь крючок, здесь петелька поводка. В петельку просовывается крючок и образуется вот такая вот незаконченная удавочка. Эта удавочка сверху одевается отвода с узелком и затягивается. И сдвигается. Все. Вот эта конструкция держит отлично. Считается более чувствительная к поклевкам. И очень хорошо сидит. То есть стянуть ее невозможно. Она не развяжется. Ни рыба не отвяжет. Ничего.
Мне этот вариант не очень удобен. У меня почему-то возникают проблемы при смене крючков. Поэтому я это делаю по старинке. Отмеряем, где должна быть петелька. Вот тут. Складываем пополам. Опять накидываем. Одна на одну. Складываем пополам. Накидываем одна на одну. Вяжем петельку. Вот у нас получилось. Ну, из-за веревки, то, что она не очень скользит, не очень все получается. Но вот сам вот этот край должен быть чуть-чуть ниже. Из-за того, что веревка не очень скользит, дает большую усадку при завязывании узлов. Чуть-чуть вот ошибся. А так вот этот край должен примерно еще на сантиметр ниже. И сюда, петля в петлю, одеваем поводок с крючком. Вот в эту петельку вставили петельку поводка. И затянули. Вот монтаж такой вот. Теперь с этой стороны, с другой стороны, примерно 25-30 сантиметров тоже вяжем петлю. Все таким же образом. Сложили пополам, накладываем одна на другую. Сделали восьмерочку, затянули. Лишнее обрезали. И вот у нас получился вот такой монтаж. Второй монтаж мы свяжем с косичкой под отвод. Берем примерно метр лески. От одного края берем примерно 30-35 сантиметров. Нам нужно связать отвод длиной 15 сантиметров. Завязываем петельку под поводок. Все та же процедура. Вот у нас получилась вот такая конструкция. Теперь нам нужно тут связать косичку. Вот вяжем косичку. Косичка нужна примерно длиной 15 сантиметров. В этом месте, где она заканчивается, точно таким же образом делаем узер восьмерку, чтобы ее завязать. Сложили. Не очень удобно с такими канатами работать. Затянули. Вот она, косичка. Петелька, косичка, узел. Лишний кусочек отрезаем. Вот у нас что получилось. Теперь максимально близко вот к этому узелку нужно сделать петельку
под кормушку. Длина этой петельки должна быть 4-5 сантиметров. Сложили леску возле этого узелка, вот он узелок, и все та же процедура завязывания восьмерки. В идеале вот между этим узелком, между вот этими двумя узелками 2 сантиметра, не больше. Это самый-самый идеал. Вот у нас что получилось. Теперь в эту петельку, на эту петельку нам нужно одеть вертлюжок. И удавочкой накидываем. С другого конца мы вяжем узел для привязывания к основной леске. Вот у нас монтаж какой получился. Теперь цепляем кормушку и проверяем. Отвод с косичкой как положено ниже кормушки. К этому отводу на рыбалке вот таким образом будет прицеплен крючок, который при желании легко меняется. И вот у нас получилась вот такая конструкция. Ну вот мы и сняли два монтажа на веревке. Старался снимать крупным планом, подробно показывать все узлы. Если такой формат зайдет, будем так делать регулярно. Одно видео выпускать, чтобы монтаж был живой, другое видео выпускать крупным планом. Смотрите нас, подписывайтесь. До новых встреч, друзья!